новый инструмент, это ассоциирующий инструмент или так называемый мультитул. Он продолжает линейку того, что я уже показывал, аккумуляторной программы. Здесь также вы можете видеть такой же механизм зажима, те же самые виды аксессуаров. И также, как на аккумуляторном шпинделе, вы можете видеть просверленные отверстия и нарезанная резьба, что позволяет сюда устанавливать более широкий круг расходных материалов. То есть сюда можно устанавливать через этот универсальный зажим практически все виды расходных материалов, которые предлагаются для данных инструментов. Как шлифовальную машинку, поставили сюда аксессуар, поставили, после чего можно использовать как дельтовидную шлифовальную машинку. Также ассоциирующие движения позволяют работать и устанавливать на этот инструмент с такими секторными дисками, которые используются для врезания зарезки. Есть сегментные диски, которые позволяют врезать буквально замки и петли, осуществлять какие-то мелкие работы, где требуется тонкость, деликатность. Очень удобный замок для зажима. Большая скоба, пружина мощная. Нажимаете, здесь стоит как раз надежная фиксация. А ориентировочная стоимость какая? Боюсь набрать, собственно, я, если честно, еще цены пока нет. Это новинка, которая еще пока не поставляется. Сюда можно устанавливать аксессуары других производителей, то есть сюда можно поставить. Без этой шайбы, в смысле, сюда ставится шайба, по-моему, файновский расходный материал, сюда устанавливается и ставится как раз расходный материал других производителей. То есть достаточно просто вот так вот можно поставить.